10 января под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам. Глава государства выступил на заседании вступительной речью. Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов и председатель открытого акционерного общества «Азеркосмос» Рашат Набиев. Президент Ильхам Алиев выступил на заседании заключительной речью.